Друзья, всем привет! Писали ли вы когда-нибудь письмо королю? Я лично нет, но сегодня у нас есть такая возможность. Как говорят, короли могут все. Я не знаю, могут они все или не могут, но мы посмотрим. Дело в том, что на Медни, как говорится, мы ходили к королю, то есть хотели к нему попасть, пошли в его королевский дворец, побродили по округе, но самому королю попасть у нас варианта не было, то есть не получилось. Но зато мы узнали адрес, куда можно королю написать письмо, и пользуясь этим случаем, как говорится, лучше сделать, чем не сделать. Поэтому, пользуясь этим случаем, я хочу написать королю письмо. И, естественно, конечно, у меня есть разные задумки, что ему написать. Но мне бы хотелось, чтобы весь есть такая возможность, чтобы вы мне в этом помогли. Потому что одна голова, как говорится, хорошо, а две головы, три головы и еще несколько голов – это уже намного лучше. Задача очень простая, задача такова. То есть зачем я ему пишу? Пишу для того, чтобы привлечь внимание к своему сайту, то есть к проекту anzor.tv. Вот и все. Что писать, как писать, от какого лица писать, о чем писать и так далее, по большому счету, никакого значения не имеет. Цель – это привлечь внимание. Если у вас есть какие-то варианты, друзья, пишите внизу в комментариях на блоге anzor.tv, пишите свои варианты, я вам буду очень благодарен. После этого я посмотрю, какие варианты есть, что из этого получается. И также я хочу сказать, не стесняйтесь писать какие-нибудь глупости. Конечно, там без пошлости, без грязи, без мата, потому что блог посещают дети. А глупости не стесняйтесь писать, потому что, возможно, какая-то такая глупость и наведет на какую-то самую лучшую мысль, которая как раз-таки будет нужна. Такие дела. Ну что, пока это все. Смотрите Anzor TV. Я сейчас буду пить чай. Насчет чая пару слов тоже хочу сказать, раз уж пошла запись. За время моего путешествия, вообще я раньше никогда в жизни не пользовался термосом. То есть для меня термос — это было какое-то понятие такое очень далекое какое-то, я даже не знаю, откуда взявшееся. Даже когда я начал ехать, уже во сколько, полгода уже сколько езжу, и только сейчас, наконец-таки, я додумался, ну как, не додумался, но дошел, скажем так, в физическом плане до термоса. И понял одну маленькую вещь, я вам сейчас хочу ее объяснить. Вот смотрите, видите, вот этот термос. Этот термос, он внутри зеркальный. То есть есть термосы, в основном, которые сейчас термосы продаются в этих спортивных магазинах, они, конечно, по размеру вот такие меньше. Меньше, ну такие блатные, навороченные. Но дело в том, что эти термосы, они не зеркальные внутри. Они типа, я не знаю, что там именно, или алюминий, или железо, но не зеркало. Из-за этого чай не такой вкусный, во-первых. Во-вторых, он охлаждается намного быстрее. Вот этот термос, это еще в той старой закалки, скажем так. То есть раньше вот такие термосы были, именно вот такие вот зеркальные. Поэтому, если есть вариант, то лучше всего брать вот такой зеркальный. Несмотря на то, что он сам старый, выглядит, я скажу так, не лучшим образом. Но я взял именно его и очень даже этому рад, потому что чай из него пьется реально вкусно. Ну что, пока все, друзья. Пишите, что мы напишем королю, и мы им обязательно напишем. Смотрите Anzor TV, двигаемся в солнечный.